Вот этот зал называется банкетный зал. Значит, здесь они устроили банкет. Вот зал имеет вот такой 18 столбиков. И декор стен состоит из отдельных панелей. В каждом столбике есть 4 болта. В зависимости от времени года, они открыли болты. Сначала снимали столбик, потом стену, и они ставили другую декорацию. В зависимости от сезона, они полностью меняли интерьер. Они полностью меняли стену. Это сейчас осенний вариант, потому что наш последний правитель ушел осенью. И этот вариант остался до наших дней. Остальные варианты не сохранились. Даже неизвестно, на какие годы раньше. А вот эти бухарские дворцовые ювелирные изделия. Это работа наших бухарских мастеров. Серебряные. А направо это портрет последнего правителя Бухары. Портрет эмира Алимхана. Это его дворец. Он родился в 1881 году. Он правил 10 лет, с 1910 до 20 года. Когда большевики захватили Бухару, он ушел в Афганистан. И он там умер в 1944 году. Его могила сейчас тоже в Афганистане, в Кабуле. А налево это портрет его отца, портрет эмира Абдул-Ахад-хана. Ахад-хан был предпоследним правителем Бухары, он правил 25 лет. А мебель российская, часы были привезены из Германии. А вот это холодильник. Это российский. Без электричества работали. Наверху складывали лед, лед таял, охлажденная вода истекала вниз и дала холод. Внутри хранились напитки, мороженое. Из горных районов они привозили в специальных мешках, чтобы лед не таял. Потом под землей хранили. Работа французских мастеров из бронзы. Комната, сама комната для секретарей. Значит, здесь секретарь сидит. Поэтому комната для украшения попроще. Это не так, как банкетный зал или бильярдный зал, вот такие геометрические орнаменты они использовали. Потому что они хотели, что красота комнаты секретарям не мешалась. Это сейф для драгоценных вещей, столик для нарды, а там нижний шкаф. А эта комната называется чайхана. Здесь после банкета они устроили чай. Сейчас вы сможете увидеть тайский консульвазе. Говорят, у него самая коллекция мебели, его коллекция составляла 500 вот такой ваз. Мы только сохранили 120 в наших книгах. Раньше цена одной такой вазы равняется ценой 200 баллов. Одна ваза.